Разбирательство о смертельной драке на Старом базаре продолжается. Теперь на скамье подсудимых Дмитрий Лопатин, он же инвалид. В соцсетях его так прозвали из-за палки, которой он размахивал. Сейчас общественная версия такова. Дмитрий стал зачинщиком драки, в которой погиб Павел Рохлов. А Старцев, нанесший смертельный удар, осужден. Сегодня в суде представили 3 видео с того рокового вечера. Первый записан свидетельницей Земиной. Это начало конфликта. Компания Старцева лишь вышла из такси и началась перебранка с Лопатиным, который, по словам свидетелей Михаила, ранее в пьяном состоянии приставал к другим посетителям. На видео заметно, как Лопатин отбегает и отмахивается палкой. По его словам, в этот момент он мог случайно задеть Старцева. Позже в конфликт вмешивается Рохлов и умирает от удара Михаила. Следующее видео было записано уже после смерти Павла. Лопатин разозлился на пренебрежительные слова Старцева о гибели Рохлова, взял бутылку и двинулся в его направлении. Но его остановила Лиана Лютова. Сам Лопатин утверждает, что не намеревался наносить удары Лиане, а бутылку после поставил. На помощь Лютовой снова пришел Старцев. По его словам, Лопатин пытался душить девушку. Однако Дмитрий это отрицает и утверждает, что просто отбивался от ударов Лианы. В этот раз в суд должен был в обязательном порядке явиться свидетель Шишкин. Однако его не было в городе. Палку, которой размахивал Лопатин, также не доставили. Сделать это собираются к следующему заседанию, которое состоится уже 23 мая. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.